Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и давно меня просили снять видео про причесочки. Я сейчас покажу три прически, которые мне очень нравятся и которые мне присылали как раз таки фотки из видео, просили, чтобы я сделала. Первая прическа, это у нас, где я поднимала такой вот хвостик. Смотрите, я беру просто верхнюю часть волос наугад, да? Ну, лучше, конечно, чтобы он был ровненький. И расчесываю вот это все дело. И вот этот вот хвостик мы просто оставляем на таком уровне, который нам нужен. Вот так. Ну, мне просили вот это видео показать. Ну, вот сейчас он большой, можно сделать его поменьше, просто вытянув. Да? Вот такая вот причесочка, очень модная, трендовая вот в этом сезоне. А сзади она была, но сейчас будет немножко неровно. Просто вот этот хвостик у меня и остается. Все. Так, ходим. Это прическа номер раз. Вторая прическа. Вторая прическа из видео, где я снимала про стерву, там не бояться, не жалеть. Я просто подняла волосы вверх. Сделала хвостик. И потом постаралась, ну, вот так вот, знаете, как бы не очень сильно закручивать, а чтобы было объемно, да, сделать вот такую вот штучку. Закрутить. Но я делала шпильками для того, чтобы здесь получился кружочек у меня. Вот такой вот, видите? То есть я долго там химичила, закалывала вот так вот, все. И, ну, как бы шпильками, просто шпильками. И получалась вот такая штука. Высоко. Потому что если вы затянете вот так вот прям сильно, да, ну это, конечно, будет не то, но если у вас волосы густые, то может получиться. Видите, здесь это просто гулька такая. Видите? А смысл в том, что немножко ослабленную эту штуку сделать и вот так вот замотать пошире. В общем, вот так я делала ту прическу. Мой жай! Мой жай! Сейчас вернусь. Вот я вернулась, сын проголодался. В общем, прическа та была у меня, я не всегда такую делаю, но она была заколота вся шпильками, как бы сейчас их долго искать, потому что я готовлюсь к перестановке. В общем, вы поняли, да, смысл какой. Следующая прическа, это которая мне нравится, я сама недавно узнала и всегда думала, как делают эти жгутики. Вот смотрите, если мы берем вот, давайте я вам покажу на боку, все волосы пополам. Мы, например, берем, закручиваем от лица одну, от лица вторую. И для того, чтобы она держалась жгутиком, мы теперь их между собой закручиваем в противоположную сторону, к лицу. Вот кто не знал этого секрета, как я, то вы теперь сможете делать вот такие вот прически классные. В хвосте, сзади, например, да? Или сбоку, вот так вот. Я думала, как же делают вот эти все жгутики, как держатся. Можно два сделать, но очень круто. Мне вот это вот очень нравится, фишка. И последняя прическа, которую мне хотели показать, где я делала макияж, просили, чтобы я показала. Она сделана была с помощью ободка. Я зачесала все волосы назад, одела ободок. Эта прическа у меня получилась очень спонтанно. Потом из ободка я просто, когда накрасилась, я вытянула волосы объемненько. Вот так вот. Ну, конечно, это все делается красиво. Сейчас я в попыхах все это делаю. Там делалось ровненько. Немножко залачивала лаком. Волосы, блин, такие чистые. Сейчас они у меня чистые. В общем, поставила их вот так вот. Залачила. Вот что-то типа такого, да? То есть можно оставить так. Волосы чистые, не стоят сейчас, очень сложно показать. Но смысл в чем, что я вытащила из-под ободка волосы, вот здесь вот, объемно прям, да. И можно оставить распущенные волосы, можно сделать вот такие же жгутики, как я сделала вам, показывала, да, с двух сторон. Можно сделать просто косички, у меня, по-моему, там косички, и они начинались у меня с... Вот отсюда где-то, снизу.
То есть чисто вот тут внизу я их сделала и оставила объемчик. Вот как-то так. А здесь свободное, да. По-моему, так что-то мне сделала. В общем, если здесь налачить вот так вот и сделать ровненько, выпустить все, ну, получается такая фотка, как у меня вот из видео, где я красилась последний раз. В общем, вот такие вот причесочки, вот такие вот идеи, которые спонтанно родились, или я где-то их увидела. Надеюсь, вам понравились, и вы поняли, как это все делается. В принципе, несложно. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите, если в видео что-то вы там увидели, у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. С вами была я, Селена Свей, и мы с вами прощаемся. До следующего видео. Пока-пока.